Они провели экскурсию по курорту для более чем 200 журналистов со всего мира. В центре внимания – Олимпийский парк. Ведь именно здесь, на стадионе ФИШТ, пройдут 6 игр чемпионата. Я знаю, в Сочи были Олимпийские игры, а инфраструктура, которая была Олимпийские игры, не потеряли. Как, например, сейчас в Бразилии, да? Россия сделала еще и туристические места, и сейчас готов для чемпионата мира по футболу, очень красиво. В одном из гостиничных комплексов тем временем уже вовсю работает медиа-центр. Журналисты с разных континентов в режиме онлайн делятся с редакциями последними новостями. Скоро поводов станет больше. В конце месяца в Сочи пройдет первая установочная встреча представителей всех 32 команд-участниц. Добавлю, на Кубани скоро начнут действовать 6 баз, где будут тренироваться лучшие сборные мира. Среди них, кстати, испанцы и бразильцы. Вторым домом для футболистов на время станут стадионы Сочи, Геленджика, Анапы и Краснодара. Мы сделаем все возможное от нас зависящее, чтобы и игроки, и тренерский штаб, и болельщики чувствовали на нашей территории себя комфортно, уютно. И чувствовали себя как дома. Напомню, болельщики в голос начнут поддерживать сборных своих стран 14 июня. В этот день состоится первая игра чемпионата мира. Судьба главного трофея определится в финале. Он пройдет 15 июля.